Грибники, я вас приветствую. Нахожусь в лесах Подмосковья. Месяц ноябрь. Сегодня 10 число. Да, сегодня праздник, день полиции. Я всех причастных к этому дню поздравляю с праздником. Лес у меня елка, осина, береза, назовем так, смешанные. И находка у меня лисички. Прям целая такая поляна лисички. Смотрите, замороженные фужеры лисичек. Я, если честно, удивлен. Вот что я не ожидал сегодня найти, это лисички. Осенние, зимние опята, да. Рядовку фиолетовую, может быть. Но поляну лисичек, конечно, я очень счастлив, если честно. Вон они, какие хорошие. Все замороженные. Красота просто, просто красота. Ну что, начало у меня есть. Вот оно, начало. Сейчас будет еще попадаться что интересное, я буду показывать. Температура сейчас примерно минус 2 градуса. В лесу замечательно, дышится хорошо. Одно удовольствие, грибников нет, само собой, только охотники, если. Гриб дрожалка оранжевая. Растет на лиственном дереве. Обычно я на березе нахожу, но это точно не береза. Гриб-паразит, который растет на грибнице других грибов. Можно кушать в сыром виде. Я делал салатики. Брал салат айсберг, помидорку черри, дрожжалку оранжевую, перчил, оливковое масло. Просто вкуснота. И красиво, самое главное. Можно удивить любого гостя, который вам придет. Так, ну как мы сейчас будем его отковыривать? Ага, вон он ломается, весь замерзший. Возьмем сейчас ножик. У меня два ножа. Один такой хиленький, назовем, который не жалко потерять. А этот у меня всегда на поясе висит. Сейчас мы его... О, отлично. Все, отковыряли. Поднимаем и показываю вам. А вот, кстати, он тоже когда-то, видно, на дереве был и упал. Уже, да, но такого брать не будем. Вот они. Замечательные. Гриб, конечно, безвкусный, но самое главное, что он очень полезный. Вот этот грибочек сейчас, он в замороженном состоянии. Будет оттепель, оттает, и он опять начнет расти. Еще одна находка дрожжалки оранжевой. Листья на дерево, я не знаю, как она называется, конечно. И вот она, желтое пятно. Не знаю, сейчас как мы попробуем достать. Так как, опа, и все сломалось. Так, аккуратненько, аккуратненько опускаем. Все. Ну, здесь, наверное, алло, нормально. О, хороши. Но если задрожал оранжевый, конечно, найти, это надо брать баночку. Это будет лучше. Ну, сейчас она в мороженом состоянии, можно ее в корзину кидать, куда хочешь. А так она желеобразная вообще-то. В лесу не так все плохо, друзья. Лисичка. Замороженная лисичка. Отлично. Вот это да. Приятно. А то, наверное, затишье было минут 10, шел уже. Думал, а не пора ли домой идти? Прям печально все было. Тут вац и лисичка. И хорошая лисичка, смотрите. Просто она замороженная, как в морозильной камере. Вчера в Подмосковье прошел небольшой снег, и где открытые участки леса, припорошено снегом. А там в лесу еще зелено, назовем так. Травка растет. Единственное, все уже колом стоит, замерзшее. Так, дерево поваленное, береза и гриб, вешенка оранжевая. Гриб несъедобный, по сути дела его съесть можно, не отравишься, но он сам по себе черствый, невкусный и поэтому считается несъедобный. Но гриб красивый. Давайте я еще сорву, полюбуемся этой грибной красотой. Ой-ой-ой, единственное, все замерзшее, трещит. Ну вот так, оставим вот. Смотрите, какие яркие цвета, оранжевые, как солнышко, симпатично. Так, а рядом у нас соседствует галерина окамленная. Смертельно ядовитый гриб. Да, вот такой он. Знаете врага в лицо. Грибная фортуна снова мне улыбнулась. И находка лисички. Вот он. Гвозди. И сейчас я еще покажу один грибочек. Неплохо. Это у нас ежовик желтый. Практически похож на лисичку. И растут рядом. О, стекло.
Фужер. Хороший экземпляр, кстати. Температура минус 2 градуса, а я собираю грибы. Кому скажи, не поверишь. Так, неплохо. Свежее сегодня будет жаркое, свежее жаркое. Где-то еще видел, друзья, где-то еще видел. Береза, кстати, интересно, как береза и ель, можно сказать, вместе растут. Вот это да, вот это да. Какое соседство. Ну ладно. Ну, зато знаю, что лисичку сейчас не сломаешь. Как хочешь ее доставай. Здесь даже еще и лучший экземпляр. Наверное, самый лучший экземпляр. Вообще отлично. Просто потрясающе. Ну вот, нашел полянку. Лисички и ежовика. Неплохо. А здесь, смотрите. Раз. И хорошие. Они хорошие просто в замерзшем состоянии. Я даже бы так сказал, что лисичка поперла в Подмосковье. Ну, смотрите. Единственное, они выросли, скорее всего, до этого морозика, который сейчас. Вон еще. Сейчас туда перейду. Ой-ой-ой, сколько ее здесь много, друзья. Вау! Целое... Вот это да! Смотрите. Сейчас вам покажу. Замерзшая. Единственное, она может поломаться. Вот, но даже как бы я не доставал, она целая. Прям фужеры. Вот они. Скорее веточки ломаются, чем лисичка, сестричка. Я счастлив, друзья. Вот это да, сегодня у меня жареха из лисички будет. Лисичка поперла, лисичка поперла. Вот это да. Я думал, сегодня зимних опят пособираю. А тут он лисичка прет. Вот, одна полянка. Хорошая находка, рядовка фиолетовой. Ну-ка. Ух, хороши, хороши. Так, замерзшие. Давайте. Вот здесь прям фиолетовый цвет хорошо виден. Замечательные. Фужеры из стекла. Так, и еще. Просто отлично. Просто отлично. Я рад этой находке. Ну-ка. Вроде бы режется, но как пластилин прям. Хороши, хороши. Не правда ли красиво фужеры из лисичек стоят? На день полиции пошел гриб лисичка. Вот они, красивые. Какое же удовольствие ходить собирать. Практически уже получается середине ноября. Грибы. Да еще мороз минус 2. Вот они, целые плантации лисичек. Да какие, друзья. Одна красивее другой. Вон они какие. Видно, они стрельнули недавно здесь. Вот до этих морозов. Вот. Полезный гриб. В сыром виде я всегда одну-две лисички съедал. Но сейчас они замерзшие. Много витамина А. Больше даже, чем в морковке. Вот они. Так что помогает для зрения. В Азии делают лекарства из лисички для глаз. Катаракту там лечат и так далее. Да и плюс и лисичка еще у нас борется с глистами. Назовем так. Лекарство, которое не вредное. Натуральное. О, на одном месте. Возле елочки. Ну, еловый лес. Давайте покажу, какая сейчас обстановочка в лесу. В основном ель присутствует. Орешник. Осинка попадается. Плюс береза. Смешанный лес, так назовем. Наконец-то разнообразие в грибных находках. Рядовка фиолетовая. Конечно, она уже не такая фиолетовая, но все равно оттенки фиолетового присутствуют. Вот они. Мороженые грибочки. Возле ели растут. Возьмем, почему бы нет. Так. 5 штучек есть.
Я, кстати, смотрите, что сделал. У меня ведерко находится в рюкзаке. И сюда я вот закидываю все. Пол ведра у меня уже лисичек есть. Ну, там еще пару тоже рядовки фиолетовых лежит. Сейчас мы порежем, посмотрим, в каком они состоянии. Как порежем? Попытаемся. Больше, наверное, колется. Ну, нормально. Ага, сладкий запах. Ну, по морозам побито, уже понятно, такого фиолетовости нету. А так, сейчас. А, рядовочный запах, рядовочный. Берем. Сейчас единственное, посмотрим, не порезаться. Чтобы они не были червивые. Да не, хорошие все. Они просто мороженые. Это то же самое, что вот сейчас в морозилке достать грибы. Рядовка фиолетовая. О! Ха-ха! Вот это да! Симпатично-то как у меня в рюкзачке. Никто не догадался, что у меня там грибы лежат. 5-литровая ведерко, да. Но в основном больше пол ведра это лисички. Это лисички здесь. Я просто бы не хотел в шок вводить людей, сейчас идти с корзиной в минус 2 в лес. Я думаю, просто бы меня сейчас все вопросами бы, наверное, закидали. Ты что, парень? Не с приветом ли идешь в мороз, блин, за грибами? Достал ведерко из рюкзака. Больно часто попадается лисичка, чтобы сто раз не снимать рюкзак. Буду сразу закидывать. Целые плантации. Да. Я сегодня в шоке, если честно. Я просто в шоке. Называется грибник. Я ожидал, что так будет много грибов в лесу, особенно лисичек. Вот что? А лисичек не ожидал, друзья. Не ожидал. И молодые экземпляры. Вот реально они бахнули до морозов. И морозом их накрыло. Что у нас еще интересно есть? Где мы идем? Ага. А, дрожжалка оранжевая. Ух, замечательно. Единственное, что она сейчас не дрожжалка, в смысле, не, да, не дрожжалка, потому что она не дрожит, она замерзшая. Вот она растет на веточках. А так бы я скушал бы ее, если бы она сейчас не мороженая была. Опять на веточках березы растут. Вот такая, практически цвет лисички. Неплохо. Сколько тут? Литров 5-6, наверное, сейчас посмотрю. Хочется понять, сколько здесь ведро-то. А, 5-литровая написано. Уже процентов 60-70 заполнил этого ведерка. Ладно, продолжаем поиск. Здесь, наверное, пропустил молоденький совсем. Прям спингалетики вообще. Вон они, смотрите. Ёлки-палки, а. Вот лисичка дает. Вот дает. Ноябрьская лисичка. Красота. Еще вижу грибную находку лисичек. Рад, конечно, что сегодня выбрался в лес за грибами. Не проторчал на диване. Не испугал меня вчерашний снег, который прошел у нас здесь в Подмосковье. Подышал свежим воздухом морозным. Грибы насобирал. Многие сезоны уже закрыли. И даже и не представляю, что можно еще ходить собирать грибы. А еще ведь у нас и зимние опята будут продолжать радовать. Сейчас первая волна отошла. Это в любом случае... Вот, замерзла как. Веточка аж примерзла к лисичке. Так. Первая волна зимних опят отошла. Но будет продолжение. В любом случае будет продолжение. Да, и имейте в виду, если вы пойдете в лес, то вы можете насобирать еще лисичку. Я бы прям сказал, что лисичка в Подмосковье пошла. Да смотрите, вот она действительно пошла. Вот видите, какая она молоденькая. Вот, она только выросла пару дней назад. Я счастлив. Я кричать хочу от радости. Вот здесь она просто молоденькая. Просто, смотрите. Вон она. Ползла только недавно. Само собой елочка. Возле ели. Еловый лес в основном, да. Ну, смешанный. В основном ель присутствует. И вот они молоденькие. Ведерко пополняется. Как я сегодня буду вкусно кушать, друзья, поверьте мне. Все, будет шкварчать у меня лисичка. Это же летний гриб. Кстати, он самый первый в Подмосковье пошел у нас в этом году.
самый первый гриб где-то в начале июня, наверное, или в конце мая стрельнул. И лисичку мы собирали белую. Она нас радовала. Вот лисички было в этом много году. И осенних опят. Остальное бы я не сказал, что прям так много было грибов. Какой-то сильной волны не было. Ну вот в прямом эфире хожу и собираю с вами лисичку. Она даже какая молоденькая есть. Ну, продолжение следует. Продолжение следует. Ха-ха, я счастлив. А, немерено, лисички, немерено, немерено, друзья. А, вот она. Смотрите, она просто замечательная в мороженом состоянии. А какое удовольствие получает сбора. Ну, сейчас я еще возьму и вижу впереди еще. Надо было сразу ведро вытащить, а то я ходил, время тратил, расстегивал. Тут ее очень много. Сейчас дособираю ведерко. Мне этого будет достаточно, чтобы покушать. О, сколько ее. Так, ну ладно, наверное, надо выключаться. Сейчас что-нибудь найду интересное. Здесь что у нас? В прямом эфире. Ага, опять рядовка фиолетовая. Нет, это говорушка дымчатая, скорее всего. Да, это говорушка дымчатая. Ее надо варить единственно побольше, аж 30 минут, чтобы, назовем так, в кавычках, как его увести. Ну, тоже возьмем, разберемся дома. Сейчас любому грибочку мы рады, любому. Потому что, сами понимаете, уже снег лежит в лесу, а мы грибы собираем, ходим. Так, ну ладно, сейчас будет что-то интересненькое, я включусь. Но хочется все-таки найти еще зимние опята. Все-таки зимние опята, хоть чуть-чуть найти, получить удовольствие. Ну что, со всей ответственности заявляю. Подмосковье. 10 ноября 2021 года, в день полиции, масло, пошел гриб, лисичка, лисичка обыкновенная. Смотрите, вот они, маленькие экземпляры, очень много, целыми полянами, вот они, целыми полянами растут лисички. 5-литровая канистра, ведерко, уже практически собрано, а грибы продолжают попадаться. И молоденькие. Вон они. Грибы, которые только недавно выросли. И прибило морозом. А мы ползаем, ползаем. Собираем грибы. А кто-то, наверное, дома торчит. А в лесу-то тишина. Сегодня, кстати, ветра нету. Просто замечательно. Неприятно, конечно, в лесу ходить, когда ветер дует. Все трещит там, падает. А сейчас просто замечательно. Не знаю, температура отпустила или нет. Мне кажется, когда заходил, было минус 2, я смотрел. Сейчас в лучшем случае, наверное, минус 1 стало. Но все равно мороз чувствуется. Руки так подмерзают, и перчатки одеваю. И вот она, молодые лисички. Ай. Ладно, давайте попробуем еще найти зимние опята, если получится. Потому что ведро я уже насобирал. Нет, если я найду, куда-то она будет положить. Зимние опята. А с другой стороны, пожарю сегодня одни лисички. Здесь совсем хорошие, крупные экземпляры. Подумайте, ох, ножки какие длинные. Но здесь трава, и поэтому они тянулись вверх. Хороши, хороши. Вот эти просто замечательные, которые уже подросли. Здесь прям их разрывало уже. Спелые были. Так. Здоровые. Ладно. Что-то я еще впереди видел. Наверное, рядовка фиолетовая. Ага. Или рядовка, сейчас тяжело определить, или говорушка дымчатая. Но этот ролик, конечно, не играет. Да, это, скорее всего, говорушка дымчатая. О, сколько ее много здесь. Ну, само собой, хрусталь. Стучит. О, звенит, можно сказать. Так, ну пару возьму, наверное, посмотрю сейчас. Так, где мой ножик? Ну, по сути дела,
Грибы хорошие. Замороженные только. А вот и находка зимних опят. Не знаю, конечно, в каком состоянии. Понятно, что в замороженном. Но визуально вроде бы ничего. Так, нет, вот эти у нас... Сейчас ведерко поставлю. Так. Приятно, приятно такое ведерко поставить. Эти у нас уже все, подсохли. А вот эти еще ничего. Этот пучок можно взять. О, самолет прилетел, истребитель. Вот они. Это у нас зимние опята. Официальное название Ламулина бархатистоножка. Ножка у нее бархатистая. Вот она, этот грибочек. Ладно, пополняю тоже корзину. В основном процентов, наверное... Не, эти оставляю. Место я запомнил, где здесь недалеко от вырубка идет. И растут здесь зимние опята. Если здесь они растут, то прийти можно будет и в следующем году. И процентов 80-90, что они здесь опять будут расти. Замечательная находка, дрожалка оранжевая. Это у нас, скорее всего, береза. Или она спиленная. Не знаю, здесь вырубка рядом. Ну, по крайней мере, на упавшей, погибшей уже. Сейчас. Ух! У елки-палки, как она примерзла. Придется, наверное, ножиком попробовать срезать. Где у меня тут хороший такой крупный нож? Тут, наверное... О, слетело, все отлично. Вот он, полезный, красивый гриб. Так, не убегай. Давай, иди сюда. Ну, сегодня у меня здесь желтые цвета такие, прям замечательные. Лисичка, дрожалка оранжевая. Ламулина бархатистоножковая, зимняя опята. Все желтые цвета. Еще с этой стороны попрятались. Давай, давай, колись. Вот, еще. Неплохо. Полное ведро грибов. Ну, конечно, не 10-литровое, но, поверьте, для ноября 5-литровое это только так, только так. Двигаюсь я вдоль лесной дороги в сторону дома, смотрю по сторонам и продолжаю собирать грибы. Уже у меня получается ведерко полное с горкой и ежовик, если не ошибаюсь. Да, он самый. Смотрите, какой хороший. Ой-ой-ой. Хорош, хорош. Единственное, вот эти шипики потом ножиком счищаем, а то они крошатся. А так гриб вкусный. Немного... На лисичку похож, но летом он более желтый такой уже. Сейчас побелел уже. От мороза я такой жизни, что скоро зима, да практически зима. Это в лесу снега нет, а так на опушках все припорошено снежком-то. Еще одна находка ежовика желтого, просто потрясающий. Смотрите, молоденький. Только вырос. Такие грибы приятно собирать. Но у меня уже горка получилась. А мне еще до дома идти. Интересная находка. Смотрите, поваренная ель. А с этой стороны получается как пещера. Такое ощущение, что тут дикие звери, как ночлег у них здесь. Так, уходим отсюда с моим грибным результатом. Как это выглядит издалека? В лесу практически нету снега. Но если мы выйдем из лесу, то здесь уже все по-другому. Здесь уже практически зима. Ну что, друзья, я уже в сторону дома иду. Полное ведро 5-литровое я насобирал. В основном процентов 80 лисички. Плюс ежовик желтый. Рядовка фиолетовая. Немного фомулины бархатистой ножку зимнего опенку нашел. И дрожалки оранжевые. Я считаю, что неплохо. Неплохо. А погода сегодня шикарная. Я счастлив, что сегодня погулял по лесу, подышал свежим воздухом и, самое главное, насобирал грибы. Пожарила грибы, и получилась у меня полная тарелка лисичек.
И сделал я плюс салат. Экзотический салат мы назвал так. Из дрожжалки оранжевые. Что здесь присутствует? Это салат айсберг, помидорка черри, немного петрушки и авокадо. Так, ну все, вроде бы все ингредиенты. Единственное, что мне осталось, это заправить салат. Масло льняное. Но оливковое я не нашел. Придется воспользоваться этим. Ну ничего страшного. Тоже полезно. И немного перчику. Солить я этот салат не буду. А немного добавлю сюда лимончику. Или лайм. Лучше даже лайм. Если был бы лайм, я лайм добавил. Вот прям вот на дрожжалку оранжевую. Полейте лимончиком, чтобы она такая... Ох, замечательно. Так, ну что? Так, чуть-чуть пусть она пока впитает в себя. И давайте ноябрьскую лисичку будем есть. Друзья, я думал уже все, распрощался с лисичкой. А я 10 ноября, день полиции, насобирал 5-литровую ведерочко этого грибочка. Я же чакаю. Стоп. Сейчас. Тогда буду кушать потом. Теперь давайте кушаю дрожжалочку. Ну, здесь уже можно в чистом виде попробовать сначала, чтобы понять вкус. Вот когда мы лимончиком сбрызнули, совсем другой вкус становится. Ну и потом уже сама экзотика пошла. Едим салат просто с дрожжалкой оранжевой. Очень красиво смотрится. Авокадо. Просто полная экзотика. Но гостей вы точно можете удивить дрожжалкой оранжевой. Смотрите, как красиво все это смотрится. 5 баллов, я думаю, просто 5 баллов. В ресторане вам точно такое не дадут. А тут все в лесу, пожалуйста. Да, вот это у меня сегодня праздник. Праздник из леса. Ну что, друзья, кому понравилось мое видео, поддержите пальчиком вверх, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Мне очень будет приятно. И в конце ролика желаю всем грибной удачи и полных корзин грибов. До встречи в лесу.